Фидель Сагитов, без линей. Под старой чинарой у быстрой реки мне как-то поведали были старики. В тот год на Шаул постучалась война, и множество бед принесла нам она. И вот как-то раз увидал без линей телеги, а в них изможденных детей, усталых, голодных, одетых едва. Всего же их было числом 32. Едва ли не каждый из них был еврей. Сирот нужно было укрыть поскорей. Решили черкесы, аул без линей укроет их всех и не выдаст детей. Кого-то старшины назвали Исой, кого Рамазаном, кого-то Мусой. И в метрике тех записали детей, как будто бы родина их без линей. И в семьи их приняли, словно родных, заботясь о них, как о детях своих. Полгода фашисты искали детей, но их не предал, не отдал без линей. Те годы промчались, забылась война, а дети остались здесь жить навсегда. Живут здесь потомки тех самых детей, которым стал родиной наш без линей. Под старой чинарой у быстрой реки мне как-то поведали были старики. Я словно сейчас слышу их голоса, и звали Иса, Рамазан и Муса.